В ходе следственных мероприятий было установлено, когда водитель экскаватора приехал на заказ по выполнению землеройных работ, на него неожиданно напали, после чего связали и погрузили в салон легкового автомобиля. Затем отвезли на берег реки Урал, где привязали пострадавшего к дереву. А тем временем преступники свободно перегнали похищенный экскаватор в пустующий ангар на территории промышленного района Оренбурга. В результате оперативных действий сотрудникам полиции удалось установить троих подозреваемых в хищении экскаватора, а также обнаружить и саму похищенную технику. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливается круг лиц на предмет причастности к совершению данного преступления.